Привет, и мы продолжаем игру Bowmaster, и благодаря вашим численным просьбам я сегодня, друзья, купил вот такого вот забавного героя Ю. Итак, друзья, давайте-ка посмотрим, что же за прикольный игрок и как с ним играть. И против него играет акула. Но на начале видео, друзья, позвольте передать привет. Итак, передаю привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый привет Алексу Коржавину, Ирине Карповой и Джули Коко. Ну что же, друзья, итак, давайте-ка сразимся. Сегодня мы будем играть с героями, согласно ваших отзывов в комментарии. Итак, вот к акуле 36 метров, давайте-ка я выберу угол атаки 16 градусов и посмотрим, что из этого получится. И да, вот такой вот классный удар звуковой бомбы. Да, вот смотрите, как здорово получилось, неплохо. Уже большую часть здоровья удалось мне убрать. Итак, герой мне понравился, друзья. Хорошо наносит звуковой бомбой удар. Давайте-ка мы продолжим серию повреждений. Итак, давайте-ка я немножко повышу угол атаки. Возьму не 16, а 17 градусов. Вот так. Ого-го-го. И да, ничего себе. Вы видели, как здорово получилось. Ну что же, забавно, прикольно. И давайте-ка добьем эту акулу. И вот такой вот забавный, непривычный, классный герой. Понравился мне вот этот герой из Bowmaster'а. Ну и, конечно же... Ой-ой-ой, друзья, как? Почему вот зацепило, непонятно. Я же в прошлый раз 17... Угол атаки тоже был 17... Угол атаки 17 градусов. И вот не зацепило, а сейчас зацепило. Ну что же, обидно, тем не менее, приятна победа. Здорово. И кроме того, друзья, сегодня я вот просматривал ваши комментарии. Попросили наши подписчики, чтобы я... Вот купил Фернандо, но сегодня больше подписчиков было за Ю, поэтому и купил Ю. Если не будет других комментариев, я куплю Фернандо. А вот просили подписчики, чтобы я сегодня сыграл скаутом, мимом, бомжом, домохозяйку, спортсменом и космонавтом. Ну что же, здорово, друзья, иду вам навстречу. Давайте-ка я выберу скаута. Вот есть у нас уже большая часть, друзья, героев я уже купил. Есть еще, конечно, герои, которых я не купил, которых еще нужно покупать. Ну что же, согласно ваших отзывов и комментариев, я буду покупать, либо играть с героями. То есть пишите, друзья, мне очень приятно для вас играть. Ну вот, друзья, выбрал я скаута, давайте-ка попробуем с ним сыграть. И против него будет играть в склефт скафандре. Ну что же, замечательно, друзья. Итак, давайте-ка я возьму вот этот зефир, горящий на палочке. Вот немножко не очень удачный, друзья, у нас получается момент, потому что скелет находится вот в яме. Поэтому, друзья, давайте-ка я возьму 5 градусов и посмотрим, что из этого получится. Итак, нет, низко, друзья. Нужно брать градусов 10. Тогда, возможно, удастся нам в него попасть. Итак, давайте-ка я возьму градусов 10 и посмотрим, что из этого получится. И вот буквально капельку не хватило. Ну что же, уже я знаю, друзья, как попадать. Берем градусов 12, сила 100%, и я уверен, что мы попадем. И да, вот хороший выстрел. Здорово попали, но нужно поднимать угол атаки. Итак, поднимаю угол атаки до 13 градусов. И я уверен, друзья, что мы сейчас попадем. Итак, выстрел. Вот, здорово. Но, друзья, еще нужно поднимать угол атаки. Вот, замечательно. Вот так. И если вот противник нас не попадет, не попал, я поднимаю с 13 до 15 градусов. И мы должны попасть. Давайте-ка я возьму 16 градусов. И да, вот так здорово попали, неплохо. Дают нам фаталити, фатальный удар. Давайте-ка я возьму еще вот повыше. Хочется попасть в голову. Возьму-ка, друзья, вот я 17 градусов. С надеждой, что мы попадем в голову. И ну, почти. Вот так здорово поджарили вот этого забавного скафандра, света в скафандре. Ну что же, победа! Чудесно. Замечательно. Вот множество еще монеток заработали. Ну что же, замечательно, друзья. Итак, переходим к другому герою. А другой герой — это у нас Мим. Вот, друзья, снимаю согласно ваших отзывов и комментариев.
можете посмотреть под последним видео, там есть вот просьба наших подписчиков. Отлично, отлично, отлично. Где же этот мим? Где же он спрятался? Нет, что-то я не в ту сторону, друзья, проворачиваю. Вот бомж, акула, вот другие герои. А вот он, мим, нашел. Вот, есть. Ага, и вот ничего себе, друзья, смотрите, я пропустил мимо, опять играет вот склет в скафандре. Вот, кстати, мимом очень мне нравится играть. Прикольный герой очень прикольно бросается вот этим багетом. 32 метра, вот, но склет на возвышенности. Давайте-ка я возьму 20 градусов около атаки и посмотрим, что... И высоко, 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 то есть 18 градусов, и мы должны попасть. И вот чудом-чудом не попали. Что-то очень мажет склет. Здорово. Ну, это хорошо, что он мажет. Итак, выбираем угол атаки 18 градусов. Давайте-ка я, друзья, возьму на всякий случай 17. И вот так здорово попали в шею. Но если бы я взял 18, мы бы не промахнулись. Я думаю, тоже попали. Ну, вот сейчас я вот возьму уже 18 градусов. Правда, вот на метр отбросила склета назад. Но я думаю, это не должно сильно повлиять. И вот здорово. Удар в корпус. Неплохо, но еще вот не добил. Не добил. Итак, давайте-ка, друзья, выбирай угол атаки. Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите, как досталось нашему герою. Ну ничего страшного. Итак, и выбирай угол атаки 19 градусов. Давайте-ка я попробую вот попасть противника. И да, 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 здорово, здорово. Вот, отлично, давайте-ка я попробую его добить. Есть у нас возможность фаталити фатального удара. Итак, выбирай угол атаки 19 градусов, не буду рисковать 20. И вот такой вот классный удар в голову. Ничего себе, смотрите, мозг выбили из черепа этого бедного космонавта. Ну пусть простит, дружище, но это всего лишь игра. Ну что же, замечательно, замечательно, победа, Виктория, удалось победить, супер. Ну что же, неплохо, друзья, давайте-ка я сейчас выберу бомжа, согласно отзывам наших подписчиков, и попробуем сыграть еще с бомжом. Вот предлагаю, друзья, нам купить еще какого-то вот мужчину, кто это, я не знаю, вот кто-то писал, что с хакер с табличкой, это он или не он, непонятно, ну пока играем бомжом, а там видно будет. Итак, здорово, и против бомжа играет вот человек в зеленом комбинезоне. Ну что же, попробуем сразиться. Итак, выбирай, друзья, угол атаки. Вот, немножко неудобно, друзья. Вот, вот такой вот он, как бы холмик мешает. Тем не менее, вот возьму я 16 градусов и посмотрим, что из этого получится. Ай-яй-яй-яй, друзья, вот немножко зацепил, но неудачно, неудачно, неудачно. Вот, он тоже промахнулся. Итак, нужно немножко увеличить угол атаки. Вот, брать не 16 градусов, а 17, либо 18. Давайте-ка я возьму 18 градусов. И да, да, вот это хороший удар, друзья. Ну что же, здорово. Здорово, просто очень-очень чудесно мы с вами сыграли. Ну что же, а теперь просто, друзья, добиваем вот этого зеленого героя. Итак, выбрал я 19 градусов и вот такой вот классный удар. Ну что же, замечательно. Итак, фаталити, фатальный удар, попробуем, друзья, нанести, и беру я, друзья, угол атаки 19 градусов, должны попасть в голову, и посмотрим, и да, вот такой вот классный удар, ну просто-просто вот бомж разнес супергероя вот по запчастям, по деталькам. Ну что же, победа, чудесно, неплохо, замечательно. Вот, награда у нас множество монеток, что само по себе очень приятно. Ну что же, продолжим игру. Продолжим, друзья, игру. И следующий герой у нас домохозяйка. Вот, кстати, очень прикольный герой. Тоже очень мне нравится. Вот, в прошлой части я его купил и не пожалел. Очень здорово бросается арбузами. Ну вот, посмотрим, кто же. И да, 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 смотрите, как прикольно. Сегодня мы купили Ю, и против домохозяйки будет играть Ю. Кстати, и Ю мне понравилось, и домохозяйка. Ну что же, это будет интересная битва. 38 метров. Но как бы на холме. Давайте-ка, друзья, я возьму 19 градусов. И посмотрим, что из этого получится. И слишком сильно.
слишком сильно. То есть нужно убрать 2-3 градуса. Вот. Нужно убрать 2-3 градуса, то есть не 19. Давайте-ка я возьму 17 градусов. Даже 16 давайте пусть будет. То есть пристреляемся. И да, вот такой вот классный попадание в голову. Ну что же, супер. Супер-супер. Вот, и сейчас, я думаю, нам удастся добить вот этого Ю. То есть не буду я ничего мудрить. Тот же угол атаки беру, 16 градусов. И да, ничего себе, как здорово удалось справиться с нашей домохозяйкой. Вот. Отлично. Берем фаталити, фатальный удар. И наносим повреждение. Где наши 16 градусов? Вот они. И да, ну очень-очень здорово, очень прикольно летит арбуз и вот так просто разносит вот противника на куски. Ну что же, очень зрелищно, очень симпатично, и домохозяйка герой выиграла. Замечательно, замечательно, очень хорошо, очень здорово. Накопили мы, друзья, множество монет, уже 10 тысяч, отлично. Ну и, конечно же, попробую, друзья, я сейчас сыграть другим героем. Кто здесь? У нас, давайте-ка посмотрим. А следующий герой, согласно вот списку, это спортсмен. Вот за него проголосовало тоже довольно-таки неплохое количество людей. Вот замечательно. Кстати, вот этот герой тоже очень здорово мне нравится. Ого, против него вампир. Вот, вампир против спортсмена. Это классно, конечно, комбинация. Вот такой вот яркий солнечный мир. Странно, что наш вампирчик не сгорел. Тем не менее, попробуем сейчас его пробить этим копьем, как осиновым колом. Так, 10 градусов, по-моему, друзья, это много. Хотя мы на возвышенности, и вот пойдет по дуге. Нет, давайте-ка, друзья, я оставлю 9 градусов. Ну, пусть будет не 10, а 9. Итак, вот мало, 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 мало. Все же нужно было, друзья, поднимать. Нужно было поднимать. И я надеюсь... Ой-ой-ой-ой-ой, какой классный удар вампира. Это ужас. И бедный наш спортсмен вот попадает просто в неприятность. Ну что же я скажу, друзья. Очень неудачный угол атаки, друзья. Вот сейчас не смогу я хорошенько атаковать. Нужно тогда вот уменьшать силу. Вот придется, друзья, уменьшать силу и вот как-то угол атаки вот так делать. Очень-очень неудачный, я вот, видите, упал в яму, и очень неудачный угол атаки. Итак, что же, и вот буквально-буквально не долетел несколько метров. Ну и вампиру в меня очень непросто попасть. Итак, угол атаки, давайте-ка я выберу тех же 80 градусов, пусть будет 84, и где-то вот так. Ну-ка, посмотрим, друзья. Нет, наверное, немножко давайте-ка я опущу. Вот 28 градусов. И вот так. И что же? И перелетел. Ну вот, слишком много взял. Слишком сильно. Вот, а вампир тоже мажет. Не просто вот просто попасть в меня вот в этом холмике. Приходится, друзья, вот по навесной траектории. А это очень неудачно. Так, вот выбираю угол атаки. Вот 29 градусов. Давайте-ка я вот 27. И силу 85. Итак. И да, да, да. Вот, ну, наконец-то я его зацепил. Вот, кстати, сейчас будет уже немножко легче попадать. Вот ему, вот вампиру, кстати, в нашего героя очень плохо попадать, потому что мешает холм. Да и нам плохо стрелять. Но я уже как бы пристрелялся, друзья. Вот уже пристрелялся. Вот выбираю угол атаки. 80, вот, в принципе, вот так будет нормально, думаю. 26 градусов и 80, вот, да, зацепил. Нужно немножко увеличить, конечно же. Вот, все в ногу попадаю. И вот, ой-ой-ой, какой кошмар, как здорово досталось нашему герою. Вот, зацепил голову. Это ужас. Ну, вот, зато, друзья, вот, угол атаки у нас уменьшился. И я уверен, что сейчас мы просто вот так... легко избавимся от вот этого вредного вампира. Итак, давайте-ка я угол атаки возьму 20 градусов. Даже меньше. Вот 18. И силу удара 100%. Вот
Так, давайте-ка нет, все же возьму 15 градусов. Вот и силы 100%. И ай-яй-яй-яй, застревает, застревает, застревает. Вот мало, 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 мало. Ну, тем не менее, друзья, вот выбираю 100%. Вот и угол атаки 20, 19 градусов будет. И мало. Мало, все же нужно было быть 20, да и 20, наверное, было бы мало. И вот попадает вампир. Есть возможность, друзья, у меня спасти. Давайте-ка я спасу нашего героя. Вот какая-то вот сегодня не пошло. Вот очень неудачно было, друзья, вот бросать нашим героям. Но я думаю, сейчас мы выиграем. Итак, выберу угол атаки 23 градуса и силу 100%. И вот так. Да. Вот наконец-то я пристрелялся. И удалось, здорово, здорово. Вот добиваем просто вот этого вредного вампира. Пришлось с ним, конечно, поиграться из-за того, что очень-очень неудачно, друзья, попал. Ну вот, здорово, фаталики, фатальный удар. Удалось нам как-то вот справиться с вампиром. Жаль, что он не разлетелся. Ну, как-то вот так. Ну что же, здорово, здорово. И вот последний герой, с которым просили наши подписчики, чтобы я сегодня сыграл, это космонавт. Давайте-ка я выберу вот этого прикольного, необычного героя. Вот он. Бросается флагом. Ну что же, вперед, вперед, друзья, давайте-ка посмотрим, кто же его противник. И опять вампир. Ничего себе, ну что-то повезло сегодня нам, короче, на вампиров. Вот так, замечательно. Итак, 41 метр, но вампир вот на холмике. Поэтому, друзья, давайте-ка я возьму градусов 24. Вот так. И что же? Ой-ой-ой-ой-ой, как это было высоко. То есть больше 20 градусов не нужно брать. Тогда, возможно, попадем. Вот, промазал вампир. Вот, давайте-ка я возьму градусов 20 и посмотрим, что из этого получится. И да, вот такой вот чудесный, чудесный выстрел просто в голову. Ну что же, замечательно. И вот промахивается вампир. Если я сейчас, друзья, удачно попаду, значит, это будет уже победа. Итак, 20 градусов. Вот, да. Нет, не удалось, не удалось до конца. Нужно было все же поднять к 21 градусу, чтобы поймать голову. А вот вампир в нас попадает. Ну что же, добиваем вредину вампира. Выбираю, друзья, 22 градуса, чтобы точно попасть в голову. И промахиваюсь, друзья. Нужно было бы брать все-таки 21 градус. Ну ничего страшного, сейчас, друзья, я вот эту ошибку исправлю. Ой-ой-ой-ой. И вот... Да. Вот, ну что же, чудесно, друзья. Давайте-ка применим фаталити, фатальный удар и просто разнесем вампира на куски. И что же получается? Вот так. Ой, что это было? Вот так, здорово. Ага. Вот, космонавт еще спутником добивает. Ну что же, здорово, здорово, чудесно, друзья. Итак, на этом я уже буду прощаться, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, пишите в комментариях, какие ваши любимые герои, с каким вы хотите, чтобы я сразился. Итак, у меня открыт Робин Гуд, открыт вот скелет в скафандре, Командос, спортсмен, девочка-геймер, вот человек с взрывающимися картами, китаец, Харли Квинн, еще вот дроворуб, девушка с пропеллером, то есть авиа, как-то ее назвать, как-то так. Вот Санта-Клаус, либо Дед Мороз, вот это у нас Тор, вот ледяной, это ледяной лорд. Кстати, друзья, сегодня у меня неожиданно в подарках выпал ледяной лорд, я еще им не играл. В следующем видео, конечно же, с удовольствием поиграю, еще вообще ни разу не трогал этого героя. Кроме того, друзья, вот открыли мы уже вот этого рок-певца. Девушка из аниме пока у нас закрыта, друзья. Пишите, если интересно, я ее открою. Вот есть у нас уже бомж открыт, акула. Вот этого человека еще не покупал. Вот кто это, непонятно, ну вот с табличкой. Вот есть у нас еще не открыт вот пожарник. Вот инопланетный монстрик. Тыквоголовый монстрик.
Вот человек с усами, вот китайца, который бросается пони, уже открыли благодаря вашим отзывам, комментарии. Вот такой вот Леонид, спартанец, метает копье, закрыт, еще не покупал. Вот, а вот Мим уже разблокирован. Разблокирован, друзья, у нас вот этот американский футболист. Как раз, кстати, его тоже дали нам в подарок. Вот и сундуков выпадают, прикольные подарки. У меня, по-моему, уже 4 героя из сундуков выпало. Вот доктор стреляет шприцами, открыт. Вот, кстати, а сегодня подписчик просил купить Фернандо, друзья. Но я вот так покупаю по одному герою в день. Если не будет других отзывов в комментариях, в следующем видео, конечно же, купим Фернандо. Вот, согласно ваших отзывов в комментариях, я и открывал вот и скаута, инопланетянина, и вот Ю сегодня открыли. Закрыт еще вот зеленый человек у нас, нужно будет, конечно, согласно ваших комментариев, что покупать, либо открывать. Вот, этого спрута мы открыли, Дэдпула открыли. Еще у нас закрыт вот этот, кто это у нас, ну, скорее всего, рыбак. Вот человек с селфи-палкой, тоже еще закрыт. Вот какой-то эльф с магической стрелой. Вампира мы откупили. А вот человека вот этой кожи нам подарили в подарок. Ну и еще вот эту женщину, вот домохозяйку мы тоже купили. Девушка с собакой пока заблокирована. Будет интересно, буду пока покупать. Как и бабушка-кошатница. Ну вот, на этом, друзья, я прощаюсь. Итак, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. И, конечно же, друзья, чтобы не пропустить ни одной серии, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!